удача становится возможной в тот момент, когда вы действительно подготовили ее приход. Вы должны сначала подготовиться к тому, что вам повезет, потому что возможности появляются действительно. Неудачи, возможности из ниоткуда, так сказать, они могут случиться. Понимаете, к вам посмотрят и предложат что-нибудь интересное. А что ты-то в ответ предложишь? Будет ли у тебя чего предложить? И предложат ли тебе, если ты изначально чего-то не сделал?